Сюда приезжают на машине с мигалкой. Я хочу, чтобы вы четко понимали, где вы находитесь. Но никто не мечтает здесь оказаться. Люди, которые сюда попадают, им очень больно и страшно. Не все можно вылечить. Спасают не лекарства, спасают врачи. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, без праздников и выходных. Но и врачи тоже люди. Самые красивые медсестры в хирургии. Простая история обычных людей. Скорая помощь. Премьера. С 19 октября в 19:45 на канале ТВ-центр.